Всем здорова, ребятишки. Ну чё, второй матч мой на Евро. Это сборная Нидерландов. Первый матч мы выиграли. Посмотрим, что будет с Нидерами. Конечно, Австрия и Нидерланды — это небо и земля, потому что совсем другая команда, совсем другие топ-игроки. Посмотрим, как мы сыграем во втором матче «Мой путь» на Евро-2024 за сборную Франции. Думаю, нелегкий матч меня ждет, поэтому поехали. И удачи. Погнали, Франция, Нидерланды. Не буду говорить «я», буду говорить за команды, как будто я какой-то нейтральный комментатор, который не болеет ни за кого. Итак, Франция. Канте отдает пас на Дембеле. И Нидерланды хорошо в защите отрабатывают. Де Лик бежит по флангу. Де Лик. Хорошо держит мяч сборной Голландии. Ничего не дает сделать французам пока что. Так себе мячик прибрали и хорошо контролируют. Вот это хороший пас. Офсайд? Нет. Нет, не офсайд. Качпо нет, Клаус хорошо отрабатывает, Дембеле дает на Мбаппе, и это штрафной. Мбаппе косят, как обычно и в нашей жизни. Канте начинает атаку сборной Франции, Клаус отдает навесной пас, и тут борьба. Нет. 12-я минута матча, пока что, ребят, такие... В центре поля. О, хорошо, перехват. Клаус, удар по воротам. Флеккен мячик забирает в руки без проблем. Это разминка для вратаря. Клаус, хорошо. Дембеле по правому флангу прорывается хорошо. Отдает пас на Гризмана. Гризман Канате отдает. Канате бьет. Дембеле и там офсайд, да? Да, там офсайд. Дембеле попадает в офсайд. Ну что ж, второй тур. У меня сколько? Одна победа, 3 очка. У голландцев одно. Они сыграли с Польшей в ничью. И хороший удар. Еще удар. Штанга. Что творится, блядь? 21-я минута. В штангу будет попадать сборная Франции. Это был очень охуительный шанс, чтобы забить. Но нет. Не повезло. Вот это хорошо разыгрывает. Нет, Гризман. Баркаля. Плохой пас. И сборная Нидерландов начинает свою атаку. Хорошо комбинирует. И уже мяч пересек центр поля. Гачпо бежит. Бежит, его никто не может остановить. Хорошо, Мемфис Депай. Пас. Нет, защита отрабатывает хорошо. Нелепый пас от французов. Опять Голландия. Опять Дембеле, Франция. Мбаппе. Хорошо, Мбаппе. Что будет делать? И вратарь какой, блин, Мбаппе сам не захотел ударить и отдает пас на своего партнера, но нет. Не влетает мяч в ворота, вратарь творит какие-то чудеса жесткие просто. Канате пас на Упамекано и угловой. 32-я минута, интересный футбол. Удар по воротам, но это было не опасно. 32-я минута, пока что, ну, конечно, больше моментов у Франции, но голландцы тоже так вылазки делают со своей половины, и моментов нет, но комбинации хорошие, пока что мы парочку видели. Вот опять начинают голландцы свою атаку. Хорошо, Мемфис Депай, удар по воротам, и Магнан что творит, он достает. По голевым, наверное, 1-1. Там вратарь, помните, вытащил жесткий. И сейчас, бля, голландцы поджали сборную Франции. 38-я, 0-0, но футбол интересный. Вратарь забирает. Мекано, Клаус отдает вниз Гризману. Гризман ошибается. Сборная Голландии идет. Мемфис Депай. Как он разворачивается?
И это пенальти. И это пенальти, блядь. Мемфис Адепая косят в штрафной, французы. И это просто пенка. Вот это сейчас будет очень опасно. Джонатан Клаус получает желтую карточку. И пенальти будет пробивать сборная Голландии. Это очень-очень опасно. Итак, Манга против... Удар по воротам и вратарь. Вратарь отбивает, ребят. Это Малин бил. Почему Мемфису Депаю не дали пробить? Охренеть, спасает вратарь. Матч 0-0 все-таки пока что. 0-0, еще удар. Что творит вратарь? Что творит французский вратарь, блядь? Охренеть, блядь. Поджала Голландия, блядь. И вратарь творит просто чудеса. Уже, наверное, по моментам 4-1 или 3-1. Но это просто охуеть. Минуту добавляет судья, сейчас ждем свисток на перерыв. Да, 0-0, ребят, но под в концовочке, бля, Голландия поддавила жестко. Погнали, второй тайм. Что же будут делать французы с этим? Натиском сборной Голландии. Голландия хорошо провела концовку первого. И смотрите, второй тайм тоже неплохо начинает, но нет, французы. Клаус, два паса, и мяч уходит в аут. Клаус уже на желтый. Клаусу фалить вообще больше нельзя, потому что красная — это будет пизда. Франция начинает атаку по правому флангу. Дембеле проходит. Нет. Да, Дембеле забирает. И это момент. Мбаппе. И это был шанс забить, но вратарь. Вратари сегодня спасают все, что могут. И пока 0-0, игра красивая, моментов куча. Но пока мы с вами не увидели забитых мячей в этой игре. Ну, посмотрим. Надеюсь, что они будут, а матч не закончится счетом 0-0. Кстати, напомню, по-настоящему, когда они играли, матч закончился со счетом 0-0. Команды поделили по одному очку. 58-я минута. Ну, я бы сказал, равная игра, но у голландцев моментов, наверное, с учетом первого тайма было побольше. Хорошо. Мбаппе, ребятки, 60-я минута. Мбаппе выходит почти 1 на 1 по флангу. Удар. Зря. Нужно было еще идти. Поспешил Килиан Мбаппе и не забивает вратарь. Отбил и даже не на угловой. Голландия по флангу атакует. 4-я минута, и это опасно. 2-2 выходит, но там уже подтянулись защитнички. И голландцы атакуют. Но это не опасно. Вратарь забирает и выкидывает рукой на Мбаппе. Мбаппе дает вниз на Дембеле. Клаус. По флангу прорывается хорошо. Ищет партнера Мбаппе. Мбаппе накрыли. Накрыли Мбаппе, Дембеле, Клаус опять. Гризман. Нет, неточный пас. И 71-я минута, ребятки. Пока нули, как и в настоящем Евро, пока что в ФЦ-25 мы тоже играем по нолям. Хороший подкат, фола нету, ребята, это шанс. Нет, не добирается Мбаппе. И опять у него отнимают. Просто Мбаппе одно касание, и сразу возле него игрок, который просто накрывает его, и он ничего не может просто сделать. Хорошо. Не точно пас Чоумини. Голландия начинает свою атаку. Кави, Качпо. Нет, Салиба. Опять перехватывают голландцы. 79-я минута. Баркаля дает пас на Мбаппе. Что же будет делать Мбаппе? У него хорошая скорость, но... Тут сразу, смотрите, Мбаппе получает сразу три игрока или два возле него. Просто его накрывают. Он ничего не может сделать. Мемфис Депай! Что творит? Ебать, 1-0! Мемфис Депай, вы видели? Просто столько подкатов. И никто ничего против него не мог сделать. Просто ничего. Пиздец. 1-0, Голландия выходит вперед за 6 минут до конца. Смотрите, подкат. И вот здесь, и просто он
пятерых, он просто пятерых проходит, блядь, просто пятерых, ебать, не оборона, а дыра. Охуеть. 1-0 Голландия за 5 минут до конца, посмотрим, что сейчас сотворит Франция. Пас на Баркаля. Эрнандес, Чомини. Пас на Мбаппе, Мбаппе! Мбаппе! Да, 1-1, Мбаппеха! Мбаппеха вытаскивает этот, блядь, проигрышный матч, блядь! Вот это красивый матч, это интрижка прям до конца. 1-1, пацаны, 1-1 Франция сравнивает. Хороший пас, это Мбаппе уже, да, прошелся и в дальний угол здесь уже вратарь ничем не смог помочь. 1-1 Килиан Мбаппе забивает в очередном своем матче. Красавчик. Ребят, 1-1. И сколько, покажите нам время. 89-я минута. Опа. Вот это опасно сейчас, ребят. Красная карточка. Красная карточка опять получает сборная Франции, но это просто пиздец. Второй матч подряд, блядь, красная, ебать. Че, Мини, да, делает жесткий подкат и получает красную карточку. Жестко, жестко. Второй матч, вторая красная. Ладно, еще есть пару минут, чтобы Франции вырвать победу. И Гризман по флангу идет. 2 минуты добавляет судья. Гризман. Что будет делать Гризман? Ничего. Накрыли Гризмана и сейчас, наверное, прозвучит свисток. Да, звучит свисток. Ну, эти, ребят, такой матч 1-1, блядь. 4 очка набираем в группе. И это был второй матч пути моего за Францию на Евро-2024. Ждите, следующий матч будет с сборной Польши. Последний групповой, а дальше плей-офф. Всем удачи, всем пока. С вами был Рома. Пока.